Сегодня вы увидите сражение двух стран. Погодите. А вы собираетесь основывать страну? Ну, видимо, основали. В этом видео Сашиляндия сразится против Лешаландии. Но суть в том, что у Сашиляндии должно быть больше ресурсов, чем у Лешаляндии. Но у Лешаляндии лучше культура, потому что она уже сильно развита. Ну, сейчас. Немного еще добавим мифрила. Вот так. Чтоб жизнь Лешаляндии медом не казалась. И победы тоже. Потому что это было бы слишком легко. Так, думаю, лучше. Ну что, погнали? Смотреть, что там будет дальше. На самом деле они могут разъединяться. Но я думаю, у них не может быть этого. Одно сейчас же поселение. Итак, обе стороны хотят развиваться дальше. У них 7-й левел культуры, у них только 1-й. Популяция стала расти в Лешаляндии, а вот в Сашиляндии не стала. У них всего-то 3 дома, а в Лешаляндии аж 6. Но войск пока что 0. Они сами в любой момент начнут войну. Тогда им это надо будет. Ну и как я вижу, Лешаляндия хорошо так развивается. Она почти все свои ресурсы исчерпала. Тем временем, как Сашиляндия вообще это не делает. У Лешаляндии уже 24 человека, а у Сашиляндии, ну, было в 2 раза меньше. Я просто удивляюсь, насколько быстро Лешаляндия достигает каких-то высот. Поселений у нас очень мало. Не понял. Ну, вот так-то лучше. Так, погодите-ка. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Какого черта? Ну, видимо, король не принадлежит этому поселению. Так. 5-й уровень культуры, площадь 49, родилось 34, смертей 1, голодный 1. Тип личности – дипломат. Лешаляндия. Ой, погодите. У Сашиляндии 11 войск, а у Лешаляндии только 9. Площадь 52, родилось 42, смертей 6 и голодных 1. Тип личности – дипломат. Но уровень культуры 10-й. Вы посмотрите только. У них никаких орудий нету. Я чувствую, что Лешаляндия проиграет. Тут не подтверждают атаку. А, интересно мне, как они собираются сюда проходить? Что это сейчас было? Вы видели? Оно просто за считанные секунды нафиг просто захватило Сашиляндию. Ёлки-палки, это как? 30 войск! У Лешаляндии же было меньше войск, аж на 3. Как? Да даже Лешаляндия, кажется, было меньше. И все равно она выиграла. Какого фига?
Ну ладно, пока!